что, Амигос, вот и пришло, видимо, время покинуть Скеллиги. Не знаю, навсегда или еще сюда придется вернуться, потому что здесь, смотрите, сколько осталось вопросиков моих любимых, но всем надоевших. Но я думаю, что квесты должны еще не раз и не два сюда привести. Или что, предполагалось, что кто-то добровольно будет здесь плавать столько времени на лодке? Сомневаюсь. Вот, время вернуть этого так завоевывают уму назад страшную. Вот, заодно там же сдать квест на броню, получить эту мега-супер мощную броню. Сначала надо добить кулаки ярости, потому что они по левелу скоро отстанут, и я ничего за этот квест иначе не получу. Мне осталось двоих побить. Ну, кулачный квест — это быстрый квест. Там одного, тут второго, дело двух минут. Поэтому что по бырику-то и не сделать. К тому же вдруг опять бабу избить надо будет в финале. А потом побороть. По сложившейся уже традиции. Геральт любит бороть их. Так, все-таки интересно, Трис еще вернется или нет на горизонт событий. Неужто надо было и правда умолять ее остаться, и тогда бы она осталась? В принципе, я думаю, если она и вернется, то она припомнит, что он не попросил ее остаться. И все между ними будет кончено. О, господи, рухнет этот любовный треугольник. Равнобедренный. Ну чего, блин? Равнобедренный, потому что бедра у Трис и у Йеннифер примерно одинаковые, как я смотрю. На опытный взгляд специалиста. Загрузка идет ровно столько, что мне уже надоедает. Я выключаю запись, чтобы потом просто не вырезать. И тогда загрузка наконец-то происходит. Кто последний? А ну да, мне же не надо. Что-то здесь какой-то местный чемпион на задворках дерется на каких-то. Да, это вам не Тайсон, да ёб твою медь. Потрясающе. С кем тут надо перетереть? Да, когда каждый диалог начинает загружаться, это как-то немножко начинает бесить, блять, откровенно говоря. Еще и так долго, смотрите, вообще жопа. Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставку. Да, я готов. А чё только полтишок-то? Видимо, я там в таверне самого мощного завалил. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта! Бич какой-то. Хотя нос, видно, помятый. Ой. Никак вы, блядь, не научитесь. Прежде чем нанести удар, Геральт почему-то ждет, когда вот тот выйдет из оглушенного состояния. Вот после парирования, смотрите, как долго проходит, сколько времени проходит, прежде чем Геральт наносит удар. Невероятно много. А ведь а вот сильный удар он наносит почему-то быстрее. Да уж, в этом кулачном бою, если и бить, пора заканчивать, то только сильными ударами. Быстрый как-то тут смысла вообще не имеет. Но Арчибальд. Да, это вам не нынешний бокс, это какая-то вообще борода. Господа, пьяная драка. У нас новый чемпион, который только что сверг с трона Арчибальда О'Нейла. С трона. Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! Это чемпион нашей засранной подворотни! В Новиграде. Что же, если охота подраться... Капитан Стражи, я помню. И он здесь недалеко вроде как, но... Опускает таких голодранцев. Быстрее будет все равно в телепорт прыгнуть. Одной загрузкой больше, одной загрузкой меньше. Арчибальд О'Нейл. Боже мне, блин. Тоже у каких-то ворот, точно так же в каких-то задворках прозябает. Видно, что гвинт в этом мире популярнее, чем бокс. У нас так кому скажи, что, не знаю, покер популярнее бокса. Ну, в каких-то кругах, может, и да, но здесь-то вообще. Зачем фонарь зажег днем?
Вот как пройти через эту толпу, чтобы никто там не вякнул ничего? Это просто вот вымораживает. Подождите. Вот, не сюда. Арчибальд. А, Арчибальда я побил сейчас. Капитан Стража, чемпионствующий. Кто тут распорядитель? Вот он. В шляпе. В шляпе мудрости. Но они еще не готовы со мной поговорить. Надо подождать. Все. Третий час дерутся, но у вас и бои. Понятно. Происходит то, что всегда происходит у меня в Новиграде. Наконец. Геральт. Не важно, как тебя зовут. Не важно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться. С капитаном Мортимером, который будет драться в бронежилете. Офигенно. 95 монет ставка. Хорошо. Начнем, я готов. Бой! Он похож на гладко выбритого Мануэля Чара. Что за хуйня-то? А, я не на ту кнопку блокировать пытался. Какой я молодец. Блять. Капитан, улыбнитесь. Теперь я капитан стражи. Геральт из Ривии сверг капитана Мортимера. Вот твоя награда, чемпион. Пояс чемпионский. Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Турденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Портной? У вас чемпион по кулачным боям? Портной? Разумно. Еще и в Застенье где-то же. Я думал, это чемпион. Сука, сейчас там как выйдет амбал какой-нибудь трехметровый. Бля, еще и уйти-то так далеко, сука. Так, вот мы и на месте. Я стал вырезать наконец эту левую ходьбу. А вот и Дурден Портной стоит, смотрите, тоже не чемпион. Кровью умоешься! Да ты бы сам пошел умылся, у тебя что-то лицо в говне немножко. Сейчас узнаем, сохранит ли Портной титул чемпиона. Сохранит. О! Счастье настанет. Так а где распорядитель-то ваш? Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ну и какие был шансы? Взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? Ой, да ты эльф. С виду чужак худосочный, но не забывайте. Велине, он одолел самого сержанта. Конечно, худосочный. Куда мне до этого шикарного бодибилдера? О, 120 ставка, нихуахуа. Конечно, на максимум. Гулять так гулять. Я пришел сюда драться с Портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против Портного. Ну-ка, иди ко мне! Ладно бы ты дядюшка кузнец был. Дурден сошьет тебе новую мордочку. Так, посмотрим. Ну давай! Че ты можешь, импотенто пидорасиму? Блять. Нихуя у него удары быстрые. Блять. А ничего, что там между нами, блять, километр пространства был? Ёб твою мать, как он это сделал? Как он достает, блять, когда ему метр до меня? Да будет известно всем и всем. Чё за ёб твою мать? Ну-ка, блять, реванш. Я хочу еще раз. Да, нахуй мне деньги вообще. Насрать абсолютно. Праздничай. Почему Геральт стоит в таком оглушении, а больше никто, кроме него, блядь, в это оглушение не впадает в этих драках, блин?
утюг, блядь. Ёбнуться нахуй. А теперь посмотри. Да будет из... Стена станет сегодня. Я хочу еще. На, блядь. Я готов. Начал. Чтоб деньги не терять. Там хочу умереть, можно достать. Да как он, блядь? Сдохни! В кулачных боях Геральт бьет ногами, этот, блядь, вообще хуячит, как не знаю, как Росомаха. С разбега. А больше одного удара после парирования ему можно успеть втащить? Почему у меня адреналин не превратился в жизнь? Мы примем допинг. Мы не будем драться честно. Так, не это. Не это. Что, не это. Не это. Так. Что еще? При максимальном задаре не это. В бою лишь сопротивляемость. О! Отлично. Вот это. Урон всем врагам встанет здоровье. И вот это. Агро можно еще сверху. И вот это. Давай, сука. Я готов. Слышь, давай, пока зелья не закончились. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка, иди ко мне. Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Дядюшка Дурден может себе деревянный макинтош тешить. Ну давай. А, зелье с меня сняли. Дерьмо какое. Зараза. Блять, его джебы вообще не отбить. Матросские замахи-то понятно. Блять. А и не скажешь, что у него руки такие длинные. Как он, блядь, с 5 метров достает, я не знаю просто. А теперь посмотри. Да, полное говно этот ваш квест, блядь. Пошли вы нахуй с такими, блядь. С такими сраными, блядь, откровенно уебанскими боями. Да, я перезагрузился, этот чемпион говна и пара не получит мои деньги, пока криворукий разработчик не исправит ситуацию, блядь, когда руки, блядь, бьют нахуй на 5 метров вперед какими-то... Это я понял, это, наверное, бесконтактное карате легендарное, блядь, как он просто пиздец, эти удары, когда я раз 5 пытался его побить, каждый раз он, блядь, бьет просто, я не знаю... Бля, между нами расстояние, блядь, километр, нахуй, он все равно достает. Ч, блядь, я просто нихуя не понимаю, как так драться, блядь, с ним, как отбивать его джебы. Блядь, хуета полная, пошли в пизду, они с такими квестами, их рукопашные бои просто дерьмо редчайшего сорта, блин. Причем вот до этого момента эта хуйня была незаметна, только этот чемпион, который бьет эльфийской магией, блядь, наносит телепатические удары, он, сука, взял и все испортил. Причем, ладно бы, я понимаю бы, если бы здесь... Ну, здесь есть турниры по гвинту, да? Но здесь можно прокачать колоду. Здесь есть турниры по кулачным боям, но ты не можешь прокачать навык кулачного боя. Такого навыка просто нет. Вопрос, нахуй тогда они нужны, эти, блядь, кулачные бои? Причем такие, блядь, так дерьмово реализованные, хуй его знает. Опять не дают. А, нет, дают быстро ехать, чё. А здесь опять не дают. Вперед, плотва. Сказать сержанту, что вы хотите забрать Умму. Сейчас выяснится, что он ее уже в карт проиграл. Еще что-нибудь. Блять, и... Сука, еще джойстик начал глючить. Так. Квест надо сдать. Чем могу служить? Ты мне обещал охуительные доспехи. Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл?
Долгая история. Может быть, когда-нибудь я ее расскажу, но сперва мне нужны доспехи. Герман Айб Грюникан. Генерал-лейтенант 2-й конной армии. Что надо этим дебилам? Приветствую в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Ну да, видишь, как вырядился. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав. Закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь. Обсудим детали. Слышите, господа, вы ничего не забыли? Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаардца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. Оу, нихера себе. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Он даже простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Так я тоже хочу панцирь, который выдержит попадание. Если арбалета. Все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такое объявился ксидроклонс. Эту кислоту. Фу ты, блядь. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Так. Добыть кислотную железу грифона. А у меня что, нету еще ее? О, грифон в холмах. Отлично. Пнуть тебя в гузно. А твое бледное рыло людей... Так, а... Кому насчет цены обращаться, что-то не появилось задание. Найти, убить архигрифона, используя ведьмачье чутье, это понятно. И за какие грехи наказали меня боги такой компании? Ты уже прогнал всех чудищ? Видимо, придется убивать архигрифона задарма все-таки. Ради исключительно кислоты. Так, архигрифон тусит где-то здесь. Да почему? Почему, блядь, невозможно ее со... А, потому что я на лошади, что ли? Блядь, нихуя не сохрани. Заебала эта, блядь, игра меня уже. Если честно, вот это, блядь, я не помедитирую. Я хуй знаю. Наверное, блядь, какая-то невъебаться опасная ситуация происходит, блядь. На, бля, ёпты, листик. Здесь растет мышехвост. Здесь нельзя ни сохраняться, ни медитировать. Это аномальная зона. Найти и убить архигрифона. Вот, вот они следы. Все, сохраняться нельзя. От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. Ну, ну. По-прежнему нельзя сохраняться. Это такой квест. Его, или ты его делаешь сразу, или ты пиздуешь сюда 500 километров потом, видимо, еще раз. Это новое слово в квестах Ведьмака. Это, ух, блядь, потрясающе.
Еще и следы потерялись, ёб твою мать. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Да. Сохраняться, может, где-то рядом еще можно, нет? Нет, нехуй. Нехуй я сохраняться. Никаких сохранений. Сурово будем биться, блядь. Нахуй. О, да, архигрифон. Сейчас, сейчас, сейчас. Конечно же, никакого сохранения, блядь, с первого раза. Понятно все. Так, шанс критического удара увеличит. Хорошо. Я готов, сука. Давай. Воу-воу-воу-воу. Ни хрена ты рухнул. Воу, полегче. Зачем так делаешь? Что-то звуки попаданий куда-то пропали. Что-то это не архигрифон, а архиговно какое-то. Архигандон. Все? Так, не понял. Настройки. Игровой процесс. Насмерть. А то, блядь, никто же не поверит, нахуй, что я на сложности играю. Хотя, как меня вздрюкнул этот портной, блядь. Так очень даже похоже. Трофей архигрифона. А вот ядовитая железа. И лопнуло что-то все. Нету в этот раз следов интоксикации почему-то у него на лице. Потому что это, видимо, заставка сделана отдельно. А, нет. У него вообще привык, наверное, уже к этим вечным передозам. Ну, голова архидрифона должна что-то давать. О, модификатор шанс отрубить конечность. Это наверное, самое лучшее, что может вообще давать эти ссаные трофеи. Так. Вот я снова здесь. Ну, давайте выпьем, а то ж темнеет. Почему-то мне показано сюда отнести ингредиент. А мне надо ей. Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Да, давай попробуем. Только осторожней, она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. И откуда ты, интересно? Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше, Фергус или я. А Фергус в курсе этих соревнований, интересно? Геральт, я закончила. Выглядит очень профессионально. Очень по-нильфгардски он выглядит. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. А, так это все генералу, я думал мне. Что это значит? Генерал, мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергусов подмастерьев только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права. Я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов, по-настоящему. Ты в своих доспехах, Фергус, в своих, что ли? О, какая толпа! Эй, ты, наденешь этот доспех. Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковал этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. На Геральт, конечно. Геральт, ты поможешь. Так приказ же. Он же конюху приказал. Ладно, будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Хуйня. Надевайте латы, оба. О. Я буду ждать снаружи.
Так надо было на краснолюда одеть. Бля, он сам не видит, что тот подъебка. А я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта. Блять, ну что-то мне подсказывает, что шею он и здесь не защитит. Ты-то совсем долбоеб, что ли? Ты бы ему еще, блядь, в глаз выстрелил, ебанько. Пошел нахуй, Геральт, беги, блядь, кувырок, кувырок. Ебаная ты меткость. О боже. Живой? Я-то оклемаюсь. А вот доспехи эти, дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех! Пошел нахуй, я себе оставлю. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии, это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. А что, тебе сейчас не забрать, что ли? Блять, что-то странное происходит. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Школы кота, пожалуйста. Мрмяу. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Доспех бы не выдержал, я бы выдержал. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Блять, Давай я помогу тебе. Нильфгаардский доспех она сделала, блин, за ночь, по-моему, нет? А мне так несколько дней ждать. Нету справедливости, кругом одни козлы. Так, задание. Уродец. Он тут рядышком. Это у меня удачно получилось. Сделать такие два квеста подряд. Распогодилось. Слышь, распогодилось. Мы сейчас сдохнем, блядь, ты не заметил? Где этот белый мед, ёбаный? Ко всем херам. Я вроде интоксикацию не превышал, а все равно подыхал все это время. Я подсвистывать пам, могу. Парам, пам, пам. Кстати, барон-то с дерева сняли, а что-то внимания не обратил. Сержант. Почему он до сих пор сержант, а не новый барон? Я по делу. Но? Я пришел забрать Уму. Пуму. Ты хотел сказать, что пришел просить моего согласия, чтобы его забрать. Сейчас я тут правлю, стало быть. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. Но тогда твое ослепительное правление оборвется слишком рано. Что ты... Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. И много благодарен. Счастливо оставаться. Кстати, говорили, что описание в этой части исправили. Каждый элемент увеличивает критический урон. Что каждый элемент легкого доспеха увеличит критический урон на 25% и урон от быстрой атаки на 5%. Ага. То есть не шанс крита, все правильно. Уродство какое. Каждый элемент тяжелого доспеха увеличит максимальное очко здоровья. Ну,
Легкие доспехи все-таки дамажнее оказываются. Но надо разгонять шанс крита. В таком случае. Очень ядрено надо его разгонять. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. Что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Наставлять им в жопу соломинок. Я надеюсь, они хорошо с Уммой обращались. Привет, малыш. Ебучий случай. У него крыса привязана. Вот плотва. Эфиальт. Маленький эфиальт. Мы на ней поедем в Кэрморхен. Ну, пойдем. А вон башка грифона, отрубленная. Он любит крыс. Что за... Хватит дурачиться, едем. Да. Странное создание. Это даже не Нотр-Дам-де-Пари, это же, блин, вообще жесть какая-то. Они уверены, что это проклятие? Может, это... Может, на Джонни Мэрике тогда тоже проклятие было? Ну, если кто не знает, кто такой Джон Мэрик, это Человек-слон. Знаменитый персонаж. Опа-на, у нас гости. На нильфгаардских боевых конях. В новых, видимо, доспехах охеренных. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Блять, что надо этому? Ты уверен? Еблану. Не стоит. Или не стоит. Ладно, езжай первым. А, ну хоть с почетным караулом. Хоть доехали за кадром. А чем он недоволен? Ты не понял, что он хотел? А, чтобы я Цири нашел? Так я нашел почти. Император еще, блядь, какой-то. Ну-с. Вызима день спустя. Третья армия возьмет Бенглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Хоть одеваться не заставили. Приступай. Наверное, потому что я и так в черном. Как прикажете. Император. Енифер. О, как мы умеем, еба. Понятно. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Да к чего? Без любезностей, тем лучше. Я намерен быковать, ты мне не Но нравишься. Помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ страже? Оглянись, мне достаточно кивнуть. Да, и пизды вы все получите. Слушай, это...
Этот человек – ключ к поискам Цири. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке, а ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело! Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Корпорации? Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием, и в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы, но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Каэдмил Фолия. Глайды в Дорне Айптенайт, Бундроитне и Хаус. Он сказал это мыслями? Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт. Ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь... Мне уже деньги возить тяжело. Хватит мне награждать, блядь, придурки. О-хо-хо, 2000 крон. Пусть будет так. Аудиенция окончена. До свидания. Да. Кинжал тебе, блядь, между лопаток, а не Цири. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. Ты что ты? В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Да. Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя Сумой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Поехала в портал. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. Ух ты! И в Каэр Морхене что-то значит будет. Шикардос. С начала игры тут не был. Платва. Успокойся. Эй, Платва, поебал он на... на дракончика похоже уже, кстати. Велохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Может, ребята там померли уже? Один вон этот, Ламберт, так странствует вроде. Весемир, наверное, старый уже стал. Ну,
ветром принесло. Долго тебя не было. Долго. Знакомься, наш новый ведьмак. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации. Глаза, уши, ноздри, заячья губа. А это... Тише, тише. Вот холера, права была Йен. Не красавец он, конечно. Да, конечно уж, блин. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важные занятия. Йен уже здесь? Здесь. Еще как. А это белое. Вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная, но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Она мне бросится на шишку сейчас, ёптать. Че за трава в Каэрмурхе не растет? Надуванчики. А мелы не? Сдолбало же без масла для реликтов жить. Да, Каэр Морхен та еще дыра, я смотрю. Круг стихий. Починить мегаскоп помогать? Эй, да ёб твою мать. Как переключиться-то? Может, ты лучше помочь велохвостов замочить? Где он там их? В Велине велохвостов мочишь, что ли? Ни хера не понимаю. Велохвосты, ёб твою мать, где же вы, сука? Хер его знает, но я думаю, лучше начать с них. Йеннифер потерпит, подождет, поскучает. Блин. Как вниз-то спуститься? Ехал и обратно. Кстати, а насчет... Что такое? А, его следы прямо здесь надо поискать? Я думал, надо куда-то перемещаться. Интересно. Герли же сказал, что видел в паре миль отсюда. Что, он по его следам пару миль будет идти? Походу, что так.
Ай, боже. Давай нахуй, едь, ёб твою мать. Я жму вперед, и Геральт наоборот трюкает, блядь. Ебать. Камень выше 20 сантиметров становится непреодолимой преградой на пути этой чудо-лошади. Стоп, 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 стопы. Куда следы-то делись? Шевелись, плотва. Может, экселя уже тут порвали нахрен, как баян на свадьбе. Сырое мясо лежит. Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. И потом еще дальше, еще выше. Вон его лошадь-то уже все, приехал. Это его конь. Как там его? Василек? Прекрасное создание. На Васильке поеду, пусть плотва поревнует. Представляю, Эскель, слышь, я коня твоего разбил. Что, блядь, дальше-то куда? Следы ног и козьих копыт, интересно. Камни. И след обрывается, замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Хорошо, что Эскель козел еще тот еще, да? Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козье. Ну, о. Ой, блядь, понеслась. Уж какой раз это приходится делать. Ой, Бэмби, Бэмби. В смысле, олененок. А вот и следы Эскеля. Нос меня не подводит. А вон козел, наверное. Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Пожалел бы козленочка, ёптель. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи. И среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Обалдуй. О, какая у него броня ништяковая. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. А тут опца к утопцу. О, я тебя прекрасно понимаю. Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то, что некоторые. Да? Ну иди тогда утопцев дальше, бей лошара, блядь. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит! Да, волк? Ну-ка, а пошел от козла, сука. Так. Галли! Уходит! По крыльям его! Ну и как я его, блядь, настигну? Мне даже арбалет туда не задрать. Ой, у меня арбалет двумя стрелами стреляет сразу. Да.
Подождите, надо убрать дорогущие стрелы, а то они, блядь, расходуются в никуда, нахуй. Я просто, блядь, не понимаю, мне что делать-то надо? Может, на эту гору надо залезть, которая тут рядом? Не просто ж так, тут дорога такая сделана. Ай, бля. Ходьба. Лазьба. На эту гору, наверное, хер дадут залезть еще. Да, блядь, нашли, ёб твою мать, Сталлоне, блядь. Чё-то кровь тут чья-то. Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Да чего уже не улетит. Конечно, блядь, не улетит. Вон он там летает. Блядь, как пизда-то тут квесты работают. Здесь я просто охуевать приземлился. Начинаю. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Да. Понятно. Время для кошки. Блять, нахуй гниющее это мясо взял. Мне нравится голос этого второго ведьмака, который где-то рядом, но его не видно. Но голос звучит прям как будто в мозгу у Геральта, блин. Нет, ну и как он тут лазит, этот ваш велохвост? Нету тут никого. Наверное, надо подождать, я понял, да. И кошка закончилась. Да, блядь, эти квесты. Я даже вырезать ничего не буду, знаете, меня так заебала эта кривизна вся, блядь, что мне уже нахуй насрать, блядь. Я просто пиздец. Чем дальше, блядь, они такое ощущение, они только, знаете, начало игры постарались, сделали. А чем дальше играешь, тем, блядь, тут все нахуй багование, блядь, хуй поймешь, что как работает, блядь. Пиздатый стиль, в принципе, правильно сделали, что вначале постарались, а то, что дальше хуй забили, так это еще более правильно, это вообще по-нашему. Одобряю, блядь, на 150%. Просто, блядь. Чувствую, что вместо игры года кто-то будет, блядь, ставить себе на полку, блядь, недоделку года, нахуй. Хули ты ходишь вокруг этой лошади, ты на нее сесть должен. Или там титул абсолютного рекордсмена по количеству патчей, блядь, на квадратный метр игры, блядь. Ну как, блядь, это как нахуй это вообще, блядь, понимать, ёб твою мать. Пизда кривая, блядь, а не игра, нахуй. Какие, блядь, у тебя планы есть, ёб твою мать? Да, волк. Тамбовский волк тебе, блядь, товарищ. Ладно. Эскель, братан, задание дали тебе. Я тебе искренне нахуй желаю удачи, блядь. Пошел в пизду твой велохвост. Какие еще есть задания? О. Эй, эй.
Вперед, плотва! Поговори с Йеннифер, заебись. Вот я и пойду с Йеннифер говорить. Кстати, я хочу заметить, что маркер квеста-то пропал куда-то нахуй. Про разговор с Йеннифер вообще. Как отсюда спуститься-то, ёб твою мать? Так и знал, что нехуй, блядь, не надо было сюда идти. Это патч 1.6, блядь, они поправили квест, они поправили NPC, блядь. Хуй они что поправили, ёб твою мать. Они один находят, его исправляют 2 недели. До этого у них еще, наверное, не дошло просто, блядь. Об этом они еще не знают, что тоже все через жопу. Что это такое? Это говно я проезжал, значит, я на правильном пути. Наверное. Хотя то, что здесь нету маркера квеста, меня уже, честно, напрягает. Как он с лошади сел, слез вообще четко. Попробую, блядь, перезайти в игру. Хуй его знает. О, вроде... Вроде появилось чего-то. Задание выполнено. Ой, блядь. Да пошло нахуй, блядь, это задание. Ёб твою мать, вместе с этим, блядь, ебланом, нахуй, который там помогает мне. Пиздец, блядь. Я просто нахуй в шоке, блядь. Ой, ёбаный в рот. Да, блядь. Охуенная игра. Пизда-то она работает, блядь. Игра года, блядь, РПГ года, базара нет. По всем номинациям, блядь. Охуительно вообще. Чем дальше, тем охуеннее, блядь. Чем она вот дальше, тем она мне меньше нравится начинает, блядь, честно говорю. Чё за звуки здесь? Блядь, такой охеренный здоровый замок и такой, блядь, такая, сука, снова протекает. Хренота, блядь. Сарай. Что там? Эликсиры варишь? Нет. Балду гоняю. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Нет. Жди меня там. Подожди минуту, доделаю кое-что и пойдем. Валяй. Сам я такой. Где там эта Йеннифер, блядь? Блин, на какое количество людей рассчитан этот замок? Почему тут так безлюдно? А, это та самая наша комната, да-да-да. Кстати, блин, я у кузнеца был, а шмотки продать забыл. Охренев от радости. Я ты чё, блядь, криворукая делаешь? Ёб твою мать. Сучий кристалл. Наколдуй себе руки нормально. Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже 3-й кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо Велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. И мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время.
Сперва закончим подготовку. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. Я поговорю с ними. Что еще? Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. Ладно. И как искать источник? При помощи этого ПТ-эквизитора. Двухствольная дильда какой-то, блин. ПТ-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. Охотники за привидениями. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. Не знаю, насчет чего хотел Геральт шуткануть. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Ну тогда, пожалуйста, вообще. Вообще базара нет. Да, предмет для заданий. Только делать всю эту херню я буду уже в следующей серии. В этой я немножко расстроен тем, как все работает. Так что, ну, в жопу что-нибудь там нажмите, что-нибудь там напишите и все такое.